Легализуют ли в России коноплю? Нет. Но конопля, как производная для сельского хозяйства, для тканей, там, я не знаю, для чего, она может быть использована, но как легкий наркотик, категорически против. В некоторых странах, сегодня вот упоминали о моей поездке, скажем, в ту же Голландию, легкие наркотики давно легализованы, и смысл этой легализации заключался в том, чтобы оттащить людей от тяжелых наркотиков. Практика показывает, что этого не происходит, а наоборот. Это только как шаг первый к тяжелой зависимости. И нам не нужно этого делать.